интересное явление. Падала сосна на березу. И береза тоже упала. Вот она тоже лежит. Но она не сломалась. Она просто согнулась в одном месте. Вон кора лопнула, а древесина просто согнулась. Уникально, конечно. Должно было сломаться. Но это было, наверное, весной, когда дерево было полно соков сырое. И оно вот сейчас, да и вот до сих пор, вот осень, она в листьях. Но листья уже пожелтели, осенние листья. Значит, она в таком состоянии и росла. Вот. Но я вот такой первый раз вижу. Дерево просто согнулось вот как колено. И при этом сохранило свою структуру. Это, конечно, необычно. А здесь была волна. Ну, волнами подмыло. Вместе с корнями вывернула целых несколько деревьев. Вот такая вот история. Вот что может быть. Дерево может не сломаться, а просто согнуться. Причем диаметр-то такой, ну, сантиметров 20, наверное. Даже больше, наверное. Ну-ка, сейчас измерим. Угу. Ну вот моя рука как раз такой вот, ну, сантиметр 18. Вот такие случаи бывают.